BMW X4, BMW X5, BMW X5, BMW X7. Это новиночка. Просили BMW, хотели BMW, пожалуйста, вот вам BMW семерка 7 серии, новый сногсшибательный премиальный седан, огромный, смотрите, какой у него шикарный классный цвет. Сейчас зайдем в автосалон в этот и посмотрим, как выглядит эта машина внутри, познакомимся с интерьером и с техническими характеристиками. Ну правда, крутой агрегат, крутой, ну просто наикрутейший. Что здесь примечательно, это, конечно же, светодиодная оптика, а точнее так, как она оформлена, как будто это рубины у нас, огромная решетка радиатора, под капотом дизель 3 литра мощностью 299 лошадиных сил, работает в паре с 8-ступенчатым автоматом, привод полный, подвеска пневмо, регулируется по высоте, легкосплавные колесные диски 20-е, крышка с электроприводом. Что мы здесь видим? Все отделано велюром, органайзер для аптечки, крючочки, петли уходят в подобшивку, скрываются. Здесь еще один органайзер, такелажная петля, раз, два, центральная часть складывается, знак аварийной остановки и кнопка закрытия крышки багажника. Теперь отправляемся на второй ряд, там самое интересное. Двери открываются с кнопочки. В комплектации выше есть электропривод дверей. То есть нажимаем кнопочку, и дверь сама открывается. Отмечу, что это у нас удлиненная версия Long. Широченный дверной проем. Отделка все натуральной кожи. Органайзер. Здесь у нас ручка механическая. Здесь кнопка. Нажимаем, и дверь открывается. Обратите внимание, что у каждого пассажира сзади есть планшет, можем управлять. Заходим в меню, нажимаем дисплей. Теперь внимание, разложить. Закрываются шторки, монитор выезжает, и у нас включается кинотеатр на втором ряду. Монитор 8К, все на русском языке. Круто, да? И шторочка есть на окне сзади. Дальше подголовники регулируются по высоте. Есть массаж, вентиляция, обогрев. В подлокотнике беспроводная зарядка для телефонов. Здесь у нас ниша, два Type-C разъема. Все шикарненько. Также спинки отделаны пластиком, кармашки. Здесь у нас крепление для планшета, Type-C разъем, климат четырехзонный. Есть подсветка, крыша отделана черной алькантарой. Здесь вернемся к этому дисплею. Что еще можем здесь делать? Шторками управлять. К примеру, нажимаем. Шторочки отпустились. Также убираем шторку на заднем окне. Все моментально, да, друзья? И также легко у нас все это дело закрывается. Нажимаем, и шторочка заезжает. Память настроек водительского кресла в двух позициях. Рулевая колонка регулируется за счет электроприводов. Тоже с памятью настроек. Также память настроек есть у пассажира. Два положения. Вставка из лакированного дерева. Здесь у нас вставка из кожи. Проекция на лобовое стекло. Климатическая система четырехзонная. Также мы можем здесь управлять сиденьями, включать массаж, вентиляцию, регулировать положение сиденья. В общем, все необходимые опции, которые в автомобиле есть, управляются через мультимедийную систему. Спортивный режим. И у нас сразу все загорелось красным цветом. Можем также поменять режим. Например, сделать вот такой вот режим. Все, подсветка поменялась. Смотрите, какое великолепие, роскошь, одним словом. Ниже печаточный ящик, доступ, где кнопка, нету, да? Вот здесь нажимаем, хоп, и перчаточный ящик у нас открылся. Беспроводная зарядка, подстаканники,
два раздельных. Эта шайба отвечает за работу с мультимедийной системой, селектор АКПП, коробка восьмиступенчатая с подрулевыми лепестками переключения передач. Двигатель 3.0, дизель, мощностью 290 лошадиных сил. Разгон до сотни за 5,8 секунды. Электромеханический ручник, круговой обзор 360 градусов, камера спереди, камера сзади. Все это мы можем переключать. Вид сбоку, слева, справа и вид сверху. Подлокотники. Розетка на 12 вольт, 2 USB, то есть точнее Type-C разъема. Верхняя часть отделана кожей с перфорацией. Козырьки. Пассажира зеркала с подсветкой. Крыша отделана черной алькантарой. Управление панорамой. Свет. Кнопка SOS. Здесь у нас также есть интерьерная подсветка. Сколько стоит? Пойдемте узнаем. Продается BMW 7 серии за 19 миллионов 490 тысяч рублей. Гарантия 2 года без ограничения пробега. Вот такой, друзья, шикарный, навороченный, премиальный седан. Лонг-версия удлиненная. Обязательно оставьте комментарий, как вам такой автомобиль. Зашел, не зашел. Я же в свою очередь ушел искать новый, свежий, интересный материал для вас. До новых встреч!